Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого снега, минус 4, минус 6 градусов днем, ночью 8-10, ниже 0, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, минус 5 градусов днем, ночью 8, ниже 0, западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег, днем минус 5, ночью минус 8 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, минус 6 градусов в дневное время, ночью минус 10. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление пониженное, 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 89%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.